Камакань, дважды два. Дорогие друзья, знаете, многие команды готовят какие-то интересные, красивые... Уникальный случай, друзья. К нам на игру звонит футбольный критик и аналитик Александр Викторович Бубнов. Давайте мы ему зададим интересные вопросы, а он на них ответит. Александр Викторович, скажите, как судит Марк Абрамович Пинхасик? Мне вот это, кстати, это жестко, но мне нравилось, потому что он ко всем одинаково относился в том смысле, что если хорошо сыграл, значит 5, если плохо сыграл, значит 2 без никакого. Кто бы ты там, досадь, черепок, говорил. Александр Викторович, вот мы слышали, что вы 20 лет не посещали кинотеатры и все-таки недавно сходили на сеанс. Поделитесь своими впечатлениями, как вообще обстановка в зале перед фильмом? Да я домой, я пошла, реклама, да, комедия, елки-палки. Александр Викторович, у нас такой специфичный вопрос. Знаете, давно-давно были популярные конфетки Тик-Так, а сейчас они потеряли свою популярность. Почему? Вот эти тики-таки, кто увидит, в котором сейчас это есть, да? Вот тики-таки, на заре тики-таки, это было другое тики-таки. Парни, да он какой-то неадекватный, чего мы вообще с ним общаемся, а? Теперь, Дима, пойди к доктору, возьми пластырь, заклей свой лоб. Александр Викторович, такая ситуация. Совсем недавно пан Анатольевич Андряков всю свою зарплату спустил в ресторане «Соха», а тот случайно возгорелся. Как вы можете прокомментировать? И сидит такой довольный, расплылся. Ты чё, вы чуть не сгорели? Меня зовут Алексей Крылов, и у меня такой вопрос. Я уже 5 лет играю в КВН, и меня все еще не зовут в сборную СГУ. Скажите, что мне делать? Не тебе должны показывать, а ты показывать свою игру должен быть, что я готов в сборную, и тебя сразу возьму. Вон Гарика взяли, лучше бы его назад в Армению отправили, а? Там его ждут, не дождутся, понимаете? Не хочу ездить в Армению, вообще хочу в Саратове жить, шутить про нерусских, мне вообще это нравится вообще. Если с твоей логики исходить, да, то тебя давно уже убить должны. Александр Викторович, у нас такой вопрос. Не за горами лето, и Павел Анатольевич, как всегда, оденет носки на шлепки. Как вы можете это прокомментировать? Вот это катастрофа, например. Ну что ж. Дорогие друзья, вот вы знаете, многие команды показали интересные видеоролики, а мы тут стоим и общаемся с каким-то мужиком, а все от нас ждут видео. Там его ждут, не дождутся. Александр Бубнов, 22, спасибо, друзья. Видеоконкурс от команды «22». Ну и завершает этот видеоконкурс.